Наступил вечер, даже уже ночь, рабочий день кончился. Боба залез на свой диванчик, спать на коврике возле двери он не хочет. И видите, наводит порядок, облизывает все, как в той пословице. Видите, уши чешет. Вот молодец, Боба. Я ее уже проверил, потискал, проверил, что клещей он в дом не занес. Поэтому пусть, ой, такой, молодец, да, язык длинный, никакая блоха там не убежит от этого языка, вот так, вот, молодец. Ну, что еще будешь чистить? Как работает языком, все сметает. Вот такой Боба. Боба готовится ко сну. Но он так будет еще облизывать себя минут 20. Минут 20, любитель. Так что я не буду задерживать ваше внимание. Главное, показал, что Боба готовится ко сну.